Ребята, всем доброго времени суток. Сегодня отправляем, то есть не сегодня, а завтра будем отправлять котлы длительного горения. 15 киловатт, 10 киловатт, 15. Ну, основные ходовые котлы это 10-15 киловатт. Еще будет краситься у нас сегодня. Котел укомплектован блоком управления польского производства и вентилятором тоже польского производства под нашим логотипом Славкотел. Кому интересно, пишите, звоните, подписывайтесь, ставьте лайки, кому не жалко, палец вверх. У котлов разная загрузка топлива идет. У 10 киловаттного 100 литров загрузка, у 15 киловаттного 150 литров загрузка, трехходовой теплообменник, то есть три колодца идут. Это ревизионная дверка. Отбойник съемный. То есть можно снять, поменять, вдруг что-то случится с ним. Ну и удобная загрузка, то есть угля под углом сделана. То есть здесь у нас идут трубы. Здесь будет 42-я труба идти, то есть для большего теплосъема. То есть огонь будет охватывать трубу, получается. И у десятки, у 10 киловаттника 3 трубы, у 15 киловаттника 4 трубы идет. Вот. Колосники здесь водяные идут. Опрессовка котла проходит, суточная опрессовка котла, то есть остается на сутки котел под давлением. Так, по форсункам, то есть смотрим по форсункам. Раз форсунка, два форсунка, три форсунка, четыре форсунка. С этой стороны две форсуночки снизу, чтобы на догорание топлива. И под колосниками есть еще большие форсунки. Две штуки с одной стороны. То есть одна штучка с одной стороны и с другой стороны. То есть в зольном отделении, где сама зола получается, здесь уже идет еще форсуночки здоровые. Вот раз, вон два. Вот. Воздушные карманы по обе стороны идут. Здесь воздушный карман. И здесь воздушный карман идет. Вентилятор ставится сверху. Выход дымохода 159 тоже сверху. Так. Дверки у нас регулируются. То есть ответочка ручки крючка регулируется. Ручки у нас эбонитовые идут. Дверки полностью разборные. Заложен здесь стекловолокно, шнур идет по всему периметру. Дверка разборная, если вдруг отбойник прогорел, что эта дверка, что эта дверка. То есть все дверки у котла все разборные. То есть две гаечки открутили здесь и здесь. Сняли, поменяли. Ну и тут то же самое. Здесь отбойник чуть больше сделан, потому что ну, на всякий случай сделали. То есть с выдвижением больше на 5 сантиметров. Здесь у нас идет отбойник тоже уже. Здесь он навесной, на самой дверке висит. Получается, отбойник здесь идет не меньше восьмерки, или восьмерка, или десятка, что нам привезут уже. Вот, так как металл сейчас стоит очень дорого. Вот, пока используем восьмерку, чуть-чуть подешевее, будем, наверное, десятку использовать. Ну, вроде бы никаких претензий нету к отбойникам, к дверкам. Все плотно закрывается, все регулируется. Здесь у нас идет регулировка дверки самой. Здесь откидные болты, то есть откидной болт этот вы откручиваете, этот подкручиваете немножко, то есть и дверка прижимается. Опрессовка, опрессовочная
штуцер получается, писюн, так можно сказать. Вот блок управления, еще раз повторю, идет, и вентилятор. По стоимости по котлам узнавайте, напишите на WhatsApp, пишите, Instagram есть, YouTube есть, присоединяемся. Кто меняет печки, котлы в доме, всем всего доброго, спасибо за просмотр.